Обычная собака из города Сочи опровергла миф о непримиримости вражды своего рода с кошачьим. Белая швейцарская овчарка по кличке Талли усыновила троих тигрят. От них сразу же после рождения отказалась мама, а собака стала кормить грудным молоком. Ее щенки пока прекрасно уживаются с тигрятами. Правда, заботиться о приемных котятах овчарка будет только до конца этой недели. Далее тройняшки отправятся в зоопарк.